посетить, это, конечно же, главная река Чао-Фрая. И для этого мы приехали на центральный пирс, с которого поедем на 13-й пирс в старый город. В общем, мы купили билет на туристическую лодку. Вот сейчас это вы видите очередь туда. А тут же вы можете вот этой девушке, женщине в оранжевой маечке, купить билет на другой вид лодки, который с оранжевым флагом. Он стоит дешевле. Туристическая стоит 40, а оранжевый флаг стоит до 20 бат в зависимости от расстояния. Вот, так что ищите женщину в оранжевой майке, покупайте у нее билет. Ну, вообще, как говорится на разных порталах, туристическая лодка более удобна тем, что она менее быстро едет, то есть вы можете успеть пофотографировать больше и делает остановки на самых интересных местах, с которых открывается красивый вид. Сейчас мы это и проверим. Мы загружаемся на лодку. Тут же кушают. Вот у нас такая большая длинная лодка. На ней написано «Турист-бот». Гид вещает на тайском и на английском, на английском ничего не понятно. Недавно был день рождения короля, и вот инсталляция по этому поводу. Долгой жизни королю желаю. Вышли на своей станции, пирс номер 13, Пха Архит. Сейчас пойдем здесь гулять по старому Бангкоку. Смотрите, какой красивый мост. У выхода с пирса мы попадаем в такой вот коридорчик с сувенирами. Вообще старый город, он полностью наполнен различными сувенирами. Смотрите, как красиво. Ну, сейчас улица, по которой мы будем гулять, она с большим количеством, смотрите, кошка, с большим количеством различных баров, ресторанов. Смотрите, какие сережки из перьев. Вот мы пришли в парк. Какой классный парк с лужайками. Можно лежать, можно строить пикник, и он находится возле форта. К форту мы подойдем попозже.
повезло с погодой для прогулки в Бангкоке. Прохладно, ветерок, при этом очень яркое солнце. А сейчас декабрь. Декабрь, 14 число. Продолжается, и мы идем на очень известную туристов улицу Каасан Роуд.